215 поправок поступили к проекту областного бюджета. Сегодня депутаты и представители региональных министерств обсуждали последние изменения в главный финансовый документ. Напомню, его параметры. Расходы почти 125 миллиардов рублей. Доходы более 116 миллиардов. В полном объеме сохранилось финансирование всех социальных расходов. Общая сумма этих всех поправок приблизительно будет около 20 миллиардов. Точно я сейчас не могу сказать. Ну, уже на заседании Думы будет понятно. В основном, как вам сказать, я считаю, все поправки от всех депутатов были значимы. В основном все эти поправки в сфере здравоохранения, в социальной сфере, в сфере образования. Также многие поправки касались строительства новых детских садов, детских поликлиник, школ. Многие предложения депутатов так и остались в листе ожиданий возможного финансирования. Сокращения коснулись всех министерств и ведомств. Впрочем, эксперты говорят, что, несмотря на ужесточение финансовой дисциплины, денег хватит на все запланированные крупные проекты. Сегодня областные власти жестко намерены строить по реальным сметам, а не по завышенным, как это было ранее. Областной бюджет во втором и окончательном чтении Самарская губернская дума должна принять 3 декабря.